อัญชลีอันดมยังอุติสนาติตานัยกาทายุปนามาสีอิมินาบุญญากรรมินาอุปจายคุณตรายอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจายาตากายสุริโยจันติมาราจาคุณวันดานราปิจายพระมมาราชาอินทาชาโลภกาลาชาเทวตายามโมมิตามนุสสจามัจจตาเวริกาปิจายสัพเพสัตตาสุขิวันตุปุญญานิปะกาตานิเมสุขังยาติวิตังเกนตุเกปังกาเปตวุมาตังเอเมนาบุญญากัมเมนาเอเมนาอุติเสนาจายเกปังังสุลาเปเจวะตานุปตานาเจตานังเยสันดานิยินาธรรมายวานิปานาโตมะมังนายสันดุสัพพตาเยวายตาจโตภเวภเวอุจุจิตังสติปัญญาสันเลโควิริยามินายมาราลาปันตุนกาสังกาตุญญาวิริเยสุเมตุเอตติปะวารุณาตุธรรมุณาตุวารุตโมนายตุปเจกะปุตโตจะสังกนาตุตโรมะมังเตสุตมานุปเวนายมาโดยกาสังลาปันตุมายสัพเพสัตตาอาเวราวันตุอาปัญญาปัจจาวันตุอานิกาวันตุสุขิอัตานังปริหารันตุอัญชลีวรรณนาอภิวาทอัญชลีวรรณนาอภิวาทอัญชลีวรรณนาอภิวาทวรรณนาอัญชลีอิชรัสวรรณนาละปัจจุบันนี้ตัวกะกี้ปัจจุบันนี้เดลีวาชิรดิชลีละสตูนาชิรดิชลีเมียตัวชินเครียบกิสตารูเวละสตูนาชิรดิชลีสิกดาคารโอชนัตรเยเนียละสตูนาชิรดิชเดคาลิชะปราสวิตานียสตูนาชิรดิชลีเยสวาสมุสนัสดัสติปัสวิตเลเนียอสวาบัสดีเนียอิสัมซาริอิสตราดานียมินตานเนสตราดานียฟิซิชัสกิสตราดานียอิดูโคบเนสตราดานียอิกัตานิบุสุนิกเยสวาสมุสนัสดัสติปัสวิตเลเนียนิโรวานบุตเตUh, у нас обычно такая традиция, да, люди, которые пришли на ретрит, да, после ретрита, есть эта веровка, что у вас как диплом на ретрита, диплом, да, красный диплом. Но красный диплом нет, но у нас здесь коричневый диплом. So,как медные мантры на язык пали, здесь на санскрит, здесь есть мантры, да, мантра, как оберег для вас, да, это символ, что вы были уже на реке. Сегодня более симпатичные, красивее, чем обычно. Вот, я открою коробку, да, из магазина Бангкока. Да. Вот так, такие.Кто хочет, заходите ко мне. Давайте убираем мантры. Не убираем, просто поставить, что не наступит, когда вы ходите ко мне. Да. Потому что последнюю мантру сейчас читаем. Кто хочет, заходите. Вот, видите.
Сидите на месте потом, хорошо? Сейчас я и монахами из Таиланда будем читать. Ой, у вас руки большие. Руки тоже крепкие. Когда душ принимать, можно сниматься. Понимаете, да? Угу. У вас руки большие. Вы сами. Ага. Спасибо. Ой. Какая тонкая рука. Я сам. У вас красивые, как маникюр. Интересно. У вас такие тонкие руки. Сам уже, нет? Кто еще не женится? А вы женаты? Кто еще? О. Как хорошо, что вы мальчик, я могу потрогать немножко, да? Класска какая-то. Приятно. Я родился не на юге, не в Паттайе. О, Боже мой. Чирек пришел. Вы можете сделать, что уши? Не ударите жене, пожалуйста, я очень прошу. Она тоже девочка, как вы. Руки такие большие, о, Боже мой. Где она? Она убежала. А, вот. Руки такие большие, да? Давайте. Тяжело, да. Получается, нет? А вы были раньше на ретрите? Здесь? Да. А пойдем в Европу откуда? Из Тибета? Из Таиланда? Откуда-то, да? Из какого-то. Антонина, спросите. Да, сейчас. Кто еще? Все? У вас сын есть? Надо найти. Вот это. Девести 85 ретрит. И на каждом ретрите у нее веревка. А где? Я знаю, они украли вас. Угу. Я не могу, просто у вас большая рука. Надо покудить, что руки меньше. Целлюлит иногда меньше. Как раз рука очень небольшая. Ну, вот. Вы сами. А что? Нормально. Музыкальная. Музыкальная. Барабан. Бум-бум-бум. Емкость для мазут. Бум-бум-бум. Барабанные. Мазутные. Мазутные, как бошки. Музыкальные. Емкость для мазут, знаете, да? 500 литров.
Но без мазуты. Микрофон. Спасибо, что вы не убежали. Да, я очень рад. Я думаю, что это то ретрит очень успешный ретрит. Да. Не смотри, что я уснул 3 раза, но мне приятно, что я уснул во время медитации. Мне стыдно, вчера я сидел, а потом я уснул, а потом я ушел. Я понял, что нет, не стоит медитировать, я сам ушел. Посидел в кухне, ну и через 15 минут пришел, а потом еще раз уснул. Да. 45 минут получается, я уснул 2 раза, и мне стыдно. Но очень крепко было. Извините, пожалуйста, я уснул 3-4 раза на ретрите. Я думаю, что это не я виноват, они виноваты. Благодаря установке я уснул во время медитации в течение нескольких лет. Понимаете? Это специально. И благодаря сотрудникам ФСБ, которые я немножко стал лучше после ретрита. Вот. Я надеюсь, что Ирина Николаевна тоже так чувствует, как я. Поэтому не все верят Бурятский Верховный Буддийский Совет и Совет Верховный Буддийский Совет Таиланда. Они неверные, ненадежные друзья. Вот. А московский патриархат – это более-менее. И именно благодаря сотрудникам ФСБ они не могли прийти к нам, Буддавихару, не могли навредить нас, участники ретрита. Вот. Понимаете, Ирина Николаевна? Самое главное, вас не подключили к ядерному реактору. После ретрита вы можете уехать домой, рассказывать муж. Да. Это история настоящая. Она думает, что это настоящая, а я нет. Спасибо большое за вашу поддержку. Я думаю, что ваше участие на ретрит – это для меня очень моральная, духовная поддержка. Да? А что я делаю в России, я делаю для вас, но без вас мне будет очень плохо. Вы понимаете, да? Поэтому каждый раз, когда ретрит начинается в пятницу вечера, я всегда раз, когда я видел, что люди приехали на ретрит, на практику, а что люди, как называется, оценили мою работу, которую я сделал в России, да, я могу уехать обратно домой в Таиланд, и я могу там проводить ретрит. И я думаю, что сотни, каждую неделю, каждый выходной, сотни тайцев придут ко мне. И я думаю, что неплохо, но здесь только я понимаю, сейчас 23 человек, да, 23-24 человек, но не хуже, чем человек 300-500 в Таиланде, да. Я сделаю с душой, и это практика медитации, которая, конечно, давание очень мало для вас и для меня тоже. Поэтому в январе с 1 числа вечера, да, 7 часов начинаем ретрит, 5-дневный ретрит. Мы закончим 6 вечера, да, ретрит. С 1 вечера по 6 вечера января. Вы можете приехать и будет голодание 3 дня. Да? Нет, 2 дня. Да? Я буду кормить 2-3 число, а 4-5 без еды. И 6, когда перед тем уехать домой, я буду кормить. Да? Получается, 2 и 3 будет с едой. Да? Буду кормить 4-5 без еды. И 6 число, да? Последний день ретрит я буду кормить. Но это традиция такая у нас.
Если пяти дневный ретрит или семидневный ретрит обычно, если семидневный ретрит обычно, там три дня мы не кушали вообще, да. Если пятидневный ретрит, тогда два дня без еды, да. И я хочу, что вы продолжаете в вашей духовной жизни, вы понимаете, да? Слово «духовность» это не касается религии. С религией, религия не имеет никакого значения для духовного развития, да? Буддизм как институция, да? Христианство как институция или ислам как институция – это не духовность, это не духовная практика. Духовная жизнь без религии. Понимаете, человек имеет, мы можем заниматься духовной практикой. Как я сказал вам, что есть еще, я прошу вас еще 10-15 минут, да? У нас на самом деле часы на 12 минут спешит. 12 минут ровно я специально сделал, что я не опоздал на работу. Понимаете, да? Поэтому я практически не опоздал на работу, у меня часы. Сегодня уже обычно. Поэтому я понял, сейчас Антон виноват. Я специально, а он не понял. Он думал, каждый раз часы неправильно ходят. Я специально, Антон. Да. Поэтому сегодня часы тоже 12 минут раньше. Да. И пока есть 10 минут, я хочу, что Ачан Крайсон, да, мой врач, который приехал специально, чтобы лечить меня, да, говорит с вами несколько слов, я буду переводить на русском языке. Я хочу, чтобы Путин говорил 5 минут, чтобы лучше. Чан, мою маклика. ขอแสดงความยินดีด้วยทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติภารกิจซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูง Я поздравляю, что вы участвовали в ретрите практики до конца. Эта практика является очень высокой буддийской наукой практики Будды. ครับหลังจากที่ได้ผมได้ดูมารู้มาเห็นมีระเบียบมีวินัยอาหารที่พักเรียบร้อยดีมากทุกคนดีมากครับผม Я заметил, что ретрит очень успешный, очень дисциплинированный, да, очень порядочный, люди очень хорошие, да, очень полезные пищи, люди не нарушали правил практики. Я очень рад, что есть такие люди в России. ขอให้ทุกท่านได้นำสิ่งที่ได้ปฏิบัติณสองวันที่ผ่านมานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมาก Но я надеюсь, что знания и практики, методы, техники, которые вы получили в течение двух дней, на практике, да, что вы участвовали, будет полезно для вас, когда вы уезжаете домой, да, для вашей философии, которую вы слышали, буддийские, будет полезно для ежедневного жизни вашей. ศึกษาภายนอกตัวเองมามากแล้วมาถึงวันนี้จำเป็นมากจะต้องศึกษาภายในตัวเราเองซึ่งพระอาจารย์ก็ได้กรุณาได้แนะนำวิธีการศึกษาโดยแบบธรรมชาติที่สุด Но обычные науки вы очень много изучали, вы много читали, да, о себе вы очень хорошо заботились, да, вы ухаживали свое собственное тело. А сейчас уже пора укачивать свое собственное духовное состояние, духовное воспитание.
ผลจากที่ได้จากการปฏิบัติในครั้งนี้นอกจากจะใช้ในส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องการควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีมากแล้วยังไปใช้กับด้านสังคมได้อีกมากมายและประเทศชาติได้ด้วยครับ Resultati vaci practici da sistema uspokojenia uma katoruy vy polushili ne tolko budet polezno dalya vas i dalya vashe semyi vashe stranoy vashe rodinoy la vashe nasya i vashe kak nasotsya dukhovnoe sostoyanie Для промкани Далее и извините ещё далее социальное развитие далее мира และขอที่สุดแล้วก็ขอการรัชการพระคุณเจ้าและพระอาจารย์ชาตรีได้อย่างสูงที่กรุณาแนะนำคนชาวรัสเซียได้มีความรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นต่อไปครับโนยากาชูบลากาดาริตอาจารย์ชาตรีกัตโตเรปริญญามิญญาดาอีราชิชูมิญญานาคาดิสบุตรวิคาริยานัสดิสอียานาเดสโตзнания и философия буддизма, которые вы слышали, будет полезно для вас. И надеемся, что мы увидимся еще на будущем. И желаю вам счастья, благополучия. Я благодарю всех, кто принял хорошие вещи, чтобы использовать в жизни каждый день и общество дальше, а также всех поколений дальше. Я желаю, чтобы все вы принесли эти вещи, чтобы делиться ими с людьми. สืบต่อไปครับผมโนยากาชูบลากาดาริตวาชิเจรเปเนียดาวาชิสเดียร์เนสติกาตุริวีอุชัสเตอร์รีทรีตดากันตราดากันซาอียานันเดสโตเอตาดูคูบเนสัมมาดูคูบเนวาสปิตาเนียกาตุริวีวาสปิเตลิซิเบียบุดิปาเลสนาดาเลวาชิดาเลซิเบียดาเลวาชิซิมีวาชิดิจิอีวาชิสตรานีอีดาเลมีราสปาซิบะบะชวยและที่สุดนี้ขอให้ประเทศรัสเซียจงเจริญทุกท่านรวมทั้งประชากรทั้งหมดครับโนยาชูลายูสโตจัสเจบลากาปูลูเชียดาเลรัสเซียสโตรัสเซียซัมเมนูเชียสปรานามีราโอ้ยอีคันเนชนาอิสมานาคาโตรินาโคดิซัสดิสดาวายเจปัสลูเชียมเนสคันคิกสโลฟันเยโบมาละยาวูสิอาจารย์พูดภาษาบนพระพิธีกับพระรูปเมโทรยาตัวโอเชียนัสนาคาทิตาวิดิตาเซียสเดียสสวาสสวามีสวามียาหรือมาดูชิโตยสลีย่าเกิดสุชายูอาราชอบุสกี้ยสิยังมาคูอาราชอกาวาลิสปาบุสกี้ย่าลูรูลูซิลซาบาซิบาบาชอยวอตตากวอตตากไทสกีสมานาสกีสเปซลูชเมนочень похож на шпион. Прямо так вот. Хорошо. А чан пут паса тай арай? Он говорит, я не хочу. Говорит по-тайски, только по-русски. Вот видите, только по-русски. Хорошо. Я очень рад, что он улетает. Что? Он домой, домой. Ему надо домой. Он уедет домой, мы не рады. Он уедет домой, мы должны зарадоваться. Да он уедет домой. Если он будет, у него срок уже, виза уже закончится, правильно? Да. Поэтому уедет домой. Если он уедет домой, миграционная служба будет сдержать ему тюрьму. Понимаете? И будет решение суда. Вы знаете об этом? А потом он не может, если он нарушает миграционные, как называют, правила, он имеет право приехать в Россию 5 лет. Только через 5 лет. Если он, как называется, нарушал, даже на 2-3 минуты, он думает, о, у меня самолет, сейчас 2 часа ночи, а он поехал на реке трассе позже.
И пошел через миграционный пункт. Позже, чем 12 часов, он будет сидеть в России еще 2 месяца. Бесплатно. А он не понимает. Бесплатно. Кушать бесплатно. Это Будда сказал, что на халяву уксус сладкий. Он не понимает. Будда сказал, что на халяву уксус сладкий. Пожалуйста, еще раз. На Сарет, вы вечер, Руку, на Фебруарь. Не понял. Я хочу поехать на Бурманск. Мурманск. Аркангельск. Аркангельск. И Буман на медитация на Рутин русском. Не понял. На лекучком? Не лекучку. Хорошо, вы поняли. Он хотел сказать, что в феврале он будет набрать деньги посредственной тайцы, покупает билет и будет тратить деньги посредственной тайцы, приехать в Россию. И буду ехать в Мурманск и Архангельск. И будет научить там люди медитацию на русском языке. И будет тратить деньги тайцы, которые набирают каждый человек 200 батов, 300, 500 бат. Да. И по-русски, и по-английски. Самое главное, что тайцы набирают деньги и думают, что он приедет в Россию научить людям медитацию. На Сараму нет деньги, Сараму. Потому что люди получили меня на урок медитации. Он говорит, что хорошо, что это не просто так. Тайцы не тратят деньги напрасно, потому что он будет поехать научить людям медитации. Ну ладно, это его работа. Он думает, это его миссия. Самая последняя миссия. Да. В жизни. Хорошо. У меня пресс. А смеха. Сикпэк, сикпэк, кубики. Хорошо. Я прошу прощения, если я очень много чувствую. Я очень рад. Я вас очень люблю. Я очень... На самом деле я много раз говорил, что сказал, что я собираюсь делать для русских людей, для вас, для России, потому что я получил образование бесплатно. Да. У меня были, как называется, стипендия 668 рублей. И за 668 рублей я буду мучить вас до конца жизни. Вы будете викарием. Это благодарность или отомщение, я не знаю. Приезжайте на практику. На практику. Да. И... Увидимся. Да, приезжайте. Я не знаю, как говорить на самом деле. Я много говорил. Да. Что я хочу сказать, это высшее чувство. Поэтому я не буду говорить. Понимаете, да? Я думаю, что иногда мои чувства важнее, чем слов, которые я скажу. Понимаете, да? Иногда не надо говорить. Иногда не надо сказать. Иногда просто смотреть и понимаем друг друга. Даже без, вы понимаете, да, без какие-то физические или ментальные контакты мы понимаем друг друга. Мы все одинаковые. Мы находимся в одном, извините, пожалуйста, в круге самсары. В океане самсары одинаково. У всех страдания, у всех... У меня страдания не меньше вас. Я могу сказать, что у меня... Наверное, у меня больше страдания... Мои страдания больше вас.
Поэтому ваша поддержка, приезжайте на ретрит. Если вы не хотите участвовать в ретрите, приезжайте, покупайте одну капусту и 1 килограмм морковки, да, и положите на прихожей. И не надо сказать, что кто купил, кто принес, и уезжайте домой. Вы понимаете, как сделать? Приехать мимо Горелого, покупайте 1 капусту, 1 килограмм рис, 1 килограмм морковки, да, вы понимаете, да? Поставьте продукты на прихожей, где обувь, понимаете, на камеке, на табуретке, и уезжайте домой. Если есть время, приезжайте, заходите в кухню, сами готовите чай. Там есть чайник, там чай есть, там мед есть, там сахар есть, там лимон всегда есть. Если вы очень голодные, откройте кастрюлю супы и кушайте нормально, все хорошо. Это вы думаете, это я пошутил. На самом деле так. Понимаете? На самом деле так. И я не буду обидеться, если вы просто приехали попить чай. Даже вы не будете писать ничего на как отношения. Ни рис, ни морковки, ни капусты, ни фрукты. Просто так приехать. Мимо Горелого я пойду. Я заеду к Шанчатри. Мимо. Да? У вас дела какое? Какие-то дела в крайнем селе, да? Лапукинка, Вилоси, какой-нибудь тайсы. Знаете, есть деревни тайсы. И вы будете мимо и приехать ко мне, Горелого, Жанчатри. Вы понимаете, да? Все. Маленький тай обезьянчик Горелого. Да, это шутка. И уехать домой. Помечается Жанчатри. Никого нет, Антон будет. Если никого нет, собака есть. Если он пропустит, пожалуйста, заходите. Но если он пропустил, это значит, он очень пропустил. Один раз, он очень умный. Если я пропускал один раз, это значит, вы можете прийти еще раз. Понимаете, да? Тибетский мастиф. Все собаки, тибетский мастиф, были очень воспитанные тибетские ламы. Поэтому родился тибетским массивом. Это дух ламы, буддийские тибетские ламы. Поэтому в этой жизни вот в России со мной я воспитываю его. Хорошо сейчас мантра читает для вас. Я с монахом, мы читаем мантру для вас, мантра благополучия. Я хочу обливать воду вам чуть-чуть, священной воды. Воды, которую я каждый день мантра читал. Я не часто, один раз в месяц я обливал эту воду. Извините, пожалуйста. У кого есть маленький, кто хочет маленький Будда, да, маленький Будда, себе, кто хочет, да, идите, пожалуйста, у меня, я вспомнил, что у меня есть, идите, я дам. Только у меня глаза, я не вижу, поэтому спросите парня, который находится рядом с вами, что помогает. У меня глаза не... Я вижу только 20%. Помогите, пожалуйста. Я сколько... Нет. Вот так. О, вот. Уже муж приехал. Парень, который рядом. Помогите. Меня глаза не видно. Вы сами сделаете, хорошо? Сейчас мы закончим. Кто хочет еще? Я не вижу, поэтому помогите ей. Там есть, который, когда я Будда, это мягко, можно так.
ตัวโคชิปสนใจอาจารย์อย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวสวดมนต์ให้ลูกศิษย์นิดเดียวYes, precisely, precisely. Yatha varivaha pura paripurenti sakarang eva mevai totinang petanang upakapati Ichitang patitang tumhang hipameva samichatu sape purentu sangkapa Chantho panaraso yatha manicho tiraso yatha Sapitiyo vivachandu saparoiko vinaisatu maite apavat วันดรายโยสุขิติกายุโคปวังอภิวายตนาสิลิตสนิจังวุตตาปจายโนจัตตารโยธรรมวัฏฐานติงอายุวันโนสุขังปัลลังภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธตานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพมังคลังราคันตุสัพปะเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตเตสุสิกุมดะสโตวัสโซคราโชDa, прошу прощения, да. Или я что-то сказал, не то.